Всем привет, друзья! Вы смотрите видео на канале Androidische Reviews. И сегодня мы посмотрим на отличный раннер от компании Sega – Sonic Dash. Игра представляет из себя бесконечную аркаду, где вам придется управлять самым быстрым в мире ежом. На всей локации будут присутствовать различные враги и огромные боссы. Постоянные преграды и шипы будут мешать вам на бегу, так что придется попотеть, чтобы остаться живым. Сразу отмечу, что изначально вам будет доступен только Sonic. Но если вы хотите поиграть из-за других героев, то придется собирать бонусы, представленные в кольцах и дополнительных табличках. Но будьте осторожны, не увлекайтесь, ведь за каждым бонусом может скрываться краб, который так и жаждет овладеть бонусами. Самих персонажей будет несколько, разумеется, Sonic и его друзья – Tails, Knuckles и Shadow. Как я уже упоминал, в игре присутствуют боссы и эпические сражения с ними. Так у вас появится шанс сразиться с самым злодейшим врагами Соника – боссом Заззо. Чтобы немного упростить вам задачу, разработчики добавили улучшения, такие как рывки на старте, воскрешение и магнитные кольца. Всех их вы сможете приобрести в магазине за внутриигровую валюту. Помимо всего прочего, на пути вам предложат мини-игры, за которые вы получаете еще больше наград и удивительных призов. Что касается графики, то она великолепна. Никогда еще Sonic не мог похвастаться красиво прорисованными текстурами. Теперь перейдем к управлению и возможностям синего ежа. Итак, трасса делится на три линии. Для перемещения по ним используются свайпы. Для прыжка аналогично свайп вверх. Для сворачивания в клубок свайп вниз. Управление удобное и не вызывает нареканий. Если вы хотите посоревноваться с друзьями, то игра поддерживает функции Facebook, где вы сможете поделиться рекордами. Игра распространяется совершенно бесплатно в магазине Google Play, и разработчик уверяет, что обновления будут довольно часто. Так что следите за новостями. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Стрирчук. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить пальцы вверх для нашей поддержки. Спасибо за просмотр. Всем удачи!